так вот бодается этот бык туринский. Ну, никакого офсайда, задержался защитник. И как все развивалось. Великолепных действий Яго Фальки. И Бонавентура понимал, чем это грозит. Он хватал его, останавливал. И здесь Белотти. Здесь он просто великолепен. Все отмечают его чутье голевое. Мы видим это с вами сегодня наглядно. Очень здорово разыграли. И Адам Лиян. И гол 2-0. 2. Его эмоции понятны. Ну, несколько подходов было к воротам. И обе уже ему не должны были давать бить. И Белотти успел мяч выцарапать. Вот его командная игра. И Бенаси бьет еще раз. Повтор. Красиво. Вот то, как сегодня играет Торино. И это пока эффективнее. Но вот Милан. Абате. Подача. Двое пролетают мимо. И здесь не забивают. Или все-таки мяч пересекает линию. И здесь Харт еще отбивает. Что там пока вдавляется в игру. Вот посмотрите еще раз. Абате. Двое пропустили. Бонавентура бьет. Бертолаччи. Да. Здесь Джо Харт был за линией. Во всяком случае, при добивании уже точно он там оказался. Но на самом деле гол был забит первым же ударом. Бертал. Рассетини схватил за шею и повалил его на газон. Нет-нет-нет, еще не успел Джо Харт вернуться в ворота. Очень сложная у него задача. Он и выручил команду, и после этого вот так вот подвел Рассетини. Рассетини карточку еще получил за этот фол. И Карлос Бака имеет сейчас возможность забить. Разбегается, бьет, и счет становится. Бака отличается снова в один угол. Падает Джо Харт, в другой угол летит мяч после удара Бакки. 2-2.